Итак, приветствую вас, мои дорогие друзья, подписчики и гости моего YouTube-канала, а также странички в Фейсбуке. Ссылочка, как всегда, в описании на группу, где будут продаваться эти монеты и вот эти вот боны. У нас сегодня на обзоре такой вот скудненький наборчик. У нас наборчик Австрии. В принципе, монетки такие вот рядовые, все обиходные. Ну, в принципе, не очень редкостные. Может, у кого-то нету, можно будет заказать у меня в группе в Фейсбуке. Сейчас их быстренько рассмотрим и вместе с вами, как говорится, можем будет взглянуть на всю эту вот красоту. Итак, все, первая наша монетка, это у нас 2 гроша. Вот, выпускались они с 50-х по 94-й года. Года здесь у нас, где наш фокус? Вот тут у нас 57-й год. В принципе, у нас на всех монетах гурт гладкий, все они с алюминиево. Состояние у всех разное. Есть вон у нас 62-й, 57-й. Давайте сейчас так быстренько пробежимся. 57-й, 50. Какой у нас тут? 52-й. 50. Тут следующий у нас. 62-й. Здесь такая подубитенькая монетка. Это у нас 52-й. 51-й. И 54-й. Ну и 57-й год. Гурт, как еще раз скажу, гладкий, с изображением орла, который держит серп и молот с порвотой цепью. Такая вот прекрасненькая монеточка. Кого нету в коллекции, можно будет заказать. Количество, видите, их много. Следующая наша монетка представляется вашему вниманию. Это у нас 5 грош австрийских. Вот таких вот монет. Они темные, потому что исполнялись из цинка. Потому они в таком вот темном состоянии. Такая вот у них патина. Гурт у нас на всех монетках ребристый. Вот. Монетка вот эта вот у нас 65-й год. Гурт ребристый. Материал цинк. Здесь республика Остерфиш. Вот такая вот монетка с изображением орла. То есть есть же 5 копеек. Ой, 5 грошей 57-й. Тут у нас 65-й. Такая более 68-й в убитошем состоянии. Вот. Ну и 5 грош 65-й код. Такие вот у нас монетки. Следующая у нас монетка в единственном пока у меня экземпляре, которая выставляется, это у нас 10 грошей австрийских, 49-й год, гурт гладкий, материал цинк, вот тоже такое изображение орла. Следующий у нас 10 грошей алюминиевых, вот, чеканились с 51 по 2001 год, у всех монеток гурт гладкий, у всех монеток состояние разное, но вот здесь вот такой вот республика Остерфиш или Ич. Ну, какая-то как-то так. Такой вот так же самый орел. Вот. Года тоже разные. 71-й, 65-й. 65-й есть, попадается, дублируется. Все они монетки будут выставлены в группе 69-й в Фейсбуке. Группа, ссылочка на группу 79-й. Монетки в неплохом, в принципе, состоянии. Фотографии все будут 78-й, все будут в группе в Фейсбуке. Ну, вот такие вот монетки, кого интересует, можно будет там зайти. Следующая наша монетка, это 1 шиллинг 46-го года. Такой вот у нас, так я понимаю, наверное, какой-то сеятель. Сеет. Алюминиевая монетка. Таким вот уже огромным орлом. 1946 год. Гурт гладкий. Так, следующий у нас 50 грошей 65-го года. Но уже материал у нас алюминий бронза. Такая вот монеточка. Гурт ребристый. Уже изображен щит. Так, и последняя у нас из монеток, что на сегодня. Это у нас 1 шиллинг. Вот. 1960 год, 60-го года. Республика Остер
Рич. Гурт гладкий. Эйн Шиллинг. Такое вот изображение подсолнуха или какие-то цветка. Такая вот у нас подборочка. Сегодня у нас монеточек. Сейчас приступим к бонам. Так, и первая у нас бона, которая у нас здесь есть. Это у нас 5 рупий Индия. Вот. Такая вот прекрасненькая бона. Состояние с обихода, есть изогнутости, но коллекция очень интересная. Здесь у нас изображен вот такой вот трактор, который у нас пашет. Вот. Как-то у нас показалось, что есть водяной знак. Видите, водяной знак вот здесь вот такой вот. Такая вот у нас интересная бона. 5 рупий. Следующая наша бона, это у нас 2 рупии Индия. Вот, жабона такая, тоже не сильно коллекционное, конечно, у нас состояние, но все-таки, кто хочет себе коллекцию, может приобрести. Есть водяной знак, вот, здесь такой изображен тигр, как прекрасненькая бона, интересненькая. Ту рупиас. Такая вот интересная у нас бона. Следующая бона, это у нас 2 рупия Индия, уже 76 год каталогу. Такая вот у нас уже здесь изображен какой-то спутник, вот видно водяной знак, то есть бона оригинал с Индии. Такая вот интересненькая. Ну, такая вот бона с обихода. То есть. Так, и у нас уже боны Югославии. Здесь у нас боны, 2 боны. И более уже подуставшие, конечно. Народный банк Югославия. Вот. 50 динаров. Такая вот бона, подуставшая, конечно, но я думаю, будет интересно кому-то положить, чтобы посмотреть, показать кому-то, что есть такие вот боны. И такая вот огромная бона, большая, тоже бона Югославии, 500 динарий, 1981 год. Такая вот бона, в таком вот неплохом, как на мой вид, состоянии. 500 динарий. Такая вот чудесненькая бона. Кого интересует, ссылочка на группу в описании. Заходим, заказываем. На этом будем заканчивать наш видосик. Кто не подписался, подписываемся. Ставим лайки, пишем комментарии. Всем до новых встреч. Всем пока.